друзья! Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я к вам вот с такой вот милой девочкой. Девочку зовут Олеся. Вот такая милейшая девочка у меня получилась. Посмотрите, какие у нее красивые волосы. Какая она сама вся красивая, да? Согласны со мной? Напишите в комментариях, если вам нравится эта куколка, напишите отзыв о этой куколке. Ну, а я вам сейчас подробнее про нее расскажу. Я ее раздену и буду одевать, и рассказывать, и показывать. Итак, вот такая вот куколка у меня получилась. Вязала я ее с ниточки Yarnart Jeans. Вот ручки на нитином креплении. Пальчики тут все вывязаны. Ножки на пуговичном креплении сделала. Вот, то есть она тоже может сидеть. Стоит она неуверенно. И какой рост ее, сейчас скажу. Рост этой куколки 34 сантиметра. Вот, поначалу, когда я ее связала, мне, конечно, не понравилось ее тело. Оно показалось мне такое прям худенькое, узенькое. Но в итоге, когда я пришила руки, когда уже, ну, готовая она у меня была, да, я уже так посмотрела, в принципе, все хорошо. Все красивенько получилось. Вот. Единственное, здесь у меня, мне не нравится вот это вот место. Я хотела сделать вот именно тело, что вот здесь вот как бы поуже связать, вот здесь поуже связать. Вот. И когда утянула я попку, вот здесь, конечно, некрасиво. Поэтому я в следующий раз, если буду вязать такую же куклу, то, конечно, здесь я не так буду делать. Некрасиво вот это место получилось. Но показываю то, что есть. Как говорится, как связала, так связала. Так получилось у меня. Вот. Что еще? Ну, головка крутится. То есть вот головка крутится у меня, да. Вот. Волосы это трессы. Пришитые, не пришитые, я приклеивала на клей на горячий. Что еще? В ручках проволочка у меня, то есть ручки можно фиксировать. Вот так. И что вам еще рассказать про нее, даже не знаю. Ну, наверное, давайте будем ее одевать. Сшила я ей трусики, как обычно, из носочков. Такие вот трусики. Затем платье. Вот такое вот красивое платье у меня получилось. Сзади застежки, пуговицы. Вот платье связано спицами. Вот такое симпатичное платьишко получилось. Затем кофточка. Вот кофточку я связала вот к этому берету. Берет я вязала на марафоне. Марафон был по поводу шитых куколок. Вот, и там давался вот такой вот схема такого беретика. Ну и я, естественно, связала. Раз беретик был связан, померила берет на эту куклу. На эту куклу подходит беретик, и я связала в том же цвете кофточку. Кофточка связана тоже спицами, берет тоже спицами связан. То есть вся одежда связана спицами. Вот, хотела сначала ей пальто связать, но потом передумала. Ну, пальто не будет, из-под пальто не видно будет платье. И решила связать кофточку ей с длинным рукавчиком. Вот такая вот кофточка получилась. Вот. Вот такая кофточка.
Ну, берет пока одевать не буду, потому что он спадет с нее. Он как бы связан здесь вот, он не впритык, прям чтобы прям одеть и все. То есть он просто так одевается на головку. Ну, давайте я просто померю его. Так вот, видите? Вот так вот раз и все. Вот такой вот беретик. Красиво смотрится, да ведь? Согласны со мной? Вот, связала вот такие гетрики. Поначалу я первые связала широкие, набирала 30 петелек. Вот, затем я убавила до 20. 21 петелька вот здесь вот у меня. И здесь круговую вязала. Первая связала со швом, а здесь связала уже в круговую. Гетрики получились, и сделала ботиночки, вот такие вот ботиночки красивые тоже. Ну, их даже можно одевать не развязывая, вот так вот. Вот. Гетрики можно прямо вот так вот спустить, вот так вот гармошечкой, тоже красиво смотрится. Можно их приподнять повыше, так тоже красиво. Вот. И вот такая вот в итоге куколка у меня получилась. Посмотрите, какая она красивая, прям не могу налюбоваться. Волосики можно расчесать вот таким вот гребнем. Косичку заплести или хвостик сделать, то есть это уже по желанию. А так она у меня вот с распущенными волосиками и беретики. Вот, и вы познакомились с моей новой девочкой по имени Олеся. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта куколка, не понравилась, что понравилось, что именно не понравилось. Так что пишите, мне будет очень приятно. А на этом я заканчиваю. Всего вам доброго. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока.